И всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Бургер. Сегодня мы сыграем в Майнкрафт. И мы говорим, какой самый сильный моб на версии 1.19. Так. Сейчас я вспомню мобов. Они... Надо по-своему, на кого-нибудь как-то атаковать. И всё. Это главное бы запоминать еще. И один из них сходится с эндер-драконом. Так, подборник, шальдингокс, вот это. Вспомним. Капец, как громко. Нет, не голем. А, ну все, ему капец. Жаба. Жаба. Никто не убил. Голем победил. Пока голем из них чемпион. Так. Дальше. Капец. Голем выжил пока что. Там дальше. Ну, то есть, значит, из них выходит, то есть, них не самые сильные. Так. Погнали дальше. Чешуйка. Скелет. Видите? Зомби.
Там быстро. Довольно быстро вообще. Мы уничтожаем их. Ладно, дальше. Вот у нас тебя не было, тебя не было, тебя не было. Проверяем, где же там панда. Ничего. Эндермен. Потнулся. Крипер. Ничего. Лиса. Ничего. А черепаха. Ничего. Дельфин. А, только что два дельфина. Ничего. Треска. Ничего. Еще одна треска. Ничего. Понятно. Вот по сути это не играем. Он да, где мне так относится. А, все-таки кто-то из них умер. Или пока кто из них чемпион. Окей, сейчас там будут разные челленджи. Там вода и так далее. Так, посмотрим. Расскажу следующий. Так, мы остались на... Это я спешу, вот это. А, ну, стадные животные пошли дальше. Ну, все, походу, у нас тут нету на них. Это вообще ты кто такой? Скелета вот этот. Мол. Осел. Лошадь, котик, корова и причем мышь. Кто же из вас выиграет, я сам еще не знаю. Капец. Можно уже маму жмотить дуже. Чмона, даже отсылот. Ты это. И чувак. Все. Чувак. Курица, корова, это, овца, медведь, ошелот и тебе волк. После челленджа, первый челлендж, кто не у то, а чувак с Уотера, ну, с Уотера, а кто был, первый, кто не утонет в воде. Может, 17 голем. Да, вот потом еще. Ага, вот была черепаха, две коровы, свинья и вот какой-то пух. Так, это надо не топить. Это же уже слишком чуть момента. А ну, цепь. Это пились. Тут тем более надо вот так вот. Пить, давайте. Сейчас мы у нас тут затопим. И начинаем вас по-русски копить.
Все, и начинаем. Это мы вообще теряем. Никакого холодного выхода нет. Не знаю, на вашу воду, кто из вас больше разберет на воде. Это неплохо, ваш набор. А, он постепенно вас постепенно, да, да. Так, он там, так. Теперь. И вы... Всё. Всё. Победили, где-то, молодцы, выжили. Да. Уже маловато. И кто из вас, не знаю, справится с той ордой? Кто из вас выживет против этого вот человечка? Каждого из А, теперь. Сейчас я навезу стихию. Значит, на их везучесть. И... Победитель. Черепаха. Все. Черепаха победила. Вроде говорили, мы черепаха самые сильные. Один из животных. Так. Теперь, что будет, если взять динамит? Вот так вот. Вот так на кладе. И повезет. А теперь, мы сейчас проверим еще кое-что. Кто же выиграет? Один такой, три таких челика. Или... Три спавна мобов. Сейчас на время мы... Сейчас. О, так. Начинаем. Три спавна. Зомби уже спавнятся? А, не дошляется никакой. Ладно, поставим его другого. Примерно... Ты же знаешь, он у нас был никак нет. О, какой-то вот вообще.
Опять. А, да. Табу, реально, да только он табу делает все. Брат! Ватапу! А теперь... А пока они там дерутся с драконом, у меня есть план другой. Убираем это все. Доходим. Вот сюда берем. Вот это. А если мы берем пока бутылку и потом еще пошли сюда, берем. Дальше. Делаем небольшой ринг. Еще будет небольшой мини-бокс. ВП, кто же выиграет? Все-таки Голем? Или этот вот новый мобик? Так. Ну, наверное, я сделал, ну, ладно. Так. Он подошел к гаремчикам. Так, слева там что-то в синем углу. Вот тут углы все одинаковые. В синем углу голем. А в другом углу. О, все, бой. Больно, все. Все. А, понятно. Голем проиграл. Еще одного, самого довольно сильнейшего. Сейчас будет самый сильнейший и сильнейший. Только бы его найти, этого сильнейшего. И создать бы его. Ого. А почему головы этого скелета нет? Типа тут уже их нету. А, блин, а. Ладно. Я знаю даже, кто мог составлять противостоятельный. Это... Так, как мы стоим второго или дракона, не знаю, кто. Вперед, вперед, вперед. Да ладно. Опа. Вот. Ладно, ребята, на этом видео наше подход к концу. Это очень шумное довольно видео было. Всем удачи и всем пока. Мне надо сейчас это все убирать.